Пневматический пистолет компании «Кроссман», модель 2300S. Пистолет «Кроссман 2300S» предназначен для спортивной стрельбы. Имеет высококачественный нарезной ствол производства немецкой компании «Вальтер» и хороший регулируемый прицел. Целик регулируется по вертикали, а также по горизонтали удобными микрометрическими винтами. Сверху прицела, а также сбоку, имеются риски для визуального контроля перемещения целика. В коробке сам пистолет и целик поставляются отдельно. Также в комплекте имеется небольшой шестигранный крючок, которым прицел крепится к ствольной коробке и также дополнительно закрепляется с помощью винта под обычную шлицевую отвертку. Прицел крепится на крепление ласточкин хвост. Планка ласточкин хвост довольно длинная, поэтому в принципе можно установить коллиматорный или даже оптический прицел. На конце ствола имеется надольник, который стабилизирует полет пули, что делает выстрелы более точными. Ствольная коробка изготовлена также из стали. Резервуар снизу также стальной. Рамка пистолета сделана из металлического сплава, а накладки на рукоятку изготовлены из пластика. У рукоятки большой наклон и имеется с двух сторон выемки под пальцы. Поэтому пистолет можно удерживать как левой, так и правой рукой. У пистолета регулируется мощность выстрела. В тыльной части имеется винт. В таком положении, когда он наиболее откручен, мощность выстрела наиболее большая. И в этом случае пистолет предназначен для стрельбы на дальней дистанции. Если закрутить до конца этот винт, то мощность пистолета будет поменьше. При этом можно использовать модель, например, для стрельбы в домашних условиях. И при этом, поскольку мощность выстрела меньше, возможно, хватит на большее количество выстрелов. Пистолет оборудован предохранителем, который располагается на рамке за спусковым крючком. Если нажать на кнопку слева, спуск заблокируется. Для того, чтобы снять пистолет с предохранителя, нажимаем на кнопку с правой стороны. При этом часть кнопки появляется слева и видим вокруг красный ободок, который сигнализирует, что пистолет находится на боевом взводе. Пистолет газобаллонный. Баллончик устанавливается в переднюю часть резервуара. Для этого откручивается пробка. И затем в полость вставляется 12-граммный баллончик с углекислым газом. После этого пробка закручивается. Сильно поджимать не надо, поскольку прокол в этой системе происходит во время первого выстрела. То есть при первом выстреле пулю не заряжаем, достаточно просто взвести затвор и нажать на спуск. В это время произойдет прокол баллона, и пистолет готов к дальнейшей стрельбе. У модели Кроссман 2300S затвор продольно скользящего типа, удлиненная ручка, чтобы не мешать прицелу. Взводим рукоятку назад, укладываем пулю и затем движением вперед досылаем пулю в патронник и опускаем чуть вниз. Пистолет заведен, можно стрелять. Нажимаем на спуск. Спуск довольно короткий. Происходит выстрел. Хлопок выстрела
средний по громкости. Использовать можно различные типы пуль. Еще раз производим зарядку. Заводим пистолет. Вставляем пулю. Досылаем. Производим выстрел. Поскольку у пистолета качественный нарезной ствол, отличный прицел, то пистолет стреляет довольно точно.